уже и на месте. И вот тут проходик скрытный. Чаша Зибольда или Зибольда, ну не суть. Вернее, то, что от нее осталось. Основание только. А это место оказывается не такое уж и не популярное. Пока я здесь был, здесь две машины приехало. Пришлось их подождать. И вот последняя. Здесь было 4 человека. Провели целый ритуал. Здесь стояли. Место силы, наверное. Старины. Даже семечек насыпали. Подношения. Ну а так сюда добираться проблематично. Без навигатора и онлайн-карт не советую даже. Если чего, я сюда пешком дошел из Феодосии, район вокзала, автовокзала. Как-то так. Гоняет на квадроциклах, на спортбайках. Да, место силы. Хотя есть мнение, что это и не то, что нам преподносит, это не чаша Зибольда. Пойдем посмотрим на Орджоникидзе.